Сколько лет уже работаешь в компании? В компании я работаю вот второй раз. Пока что 1 год. До этого работал 6 лет. После этого уходил. Сейчас вернулся. Какую тему сегодня ты представлял на конференции? Сегодня я рассказывал про RESTful API, потому что я хочу, чтобы все API, которые вы пишете, были прекрасными, и с ними было приятно работать. В чем уникальность этой темы и в чем была изюминка твоего доклада? Я считаю, что я очень интересный нашел способ, как можно использовать API для всех возможных вариантов реализации на серверной стороне, как использовать командный подход, как использовать, как реализовывать CRUD-методы. Я считаю, что мое решение в целом позволяет использовать REST API практически везде. Как оцениваешь сегодняшнюю аудиторию? Насколько она была подготовлена к восприятию? К сожалению, показал опыт всего лишь несколько человек понимали, о чем идет речь. И в целом публика не очень хорошо восприняла, потому что, на мой взгляд, не настолько опытно именно в этой области. Где набраться опыта, чтобы, скажем так, на следующий год на твой доклад уже пришли более подготовленные люди? Твои практические советы для начинающих? Да, я бы посоветовал работать больше с сервер-сайд архитектурами, с многослойными приложениями, заниматься enterprise-разработкой, и тогда все эти вопросы автоматически всплывут у вас. Без них вы не пройдете мимо. Чьи доклады сегодня тебе понравились, из тех, кто прослушал? Или... Мне очень понравились доклады про тестирование Android-приложений. Я сейчас занимаюсь изучением программирования под Android, и поэтому очень хорошо для меня это было полезно и познавательно. И последний вопрос. Как считаешь, в чем практическая ценность конференции IT-Nustop? На мой взгляд, профессионалы должны нести знания в массы, привлекать людей к тому, чтобы стараться изучать новые технологии, новые подходы. Мне нравится эта конференция. Спасибо.